Приветствую, братья и сестры. Прочитаю из книги «Плач Иеремия», 3 глава, 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Одно из качеств Бога, которое очень сильно показано в Ветхом Завете – и выражено в отношении к израильскому народу, а потом проявлено через Иисуса Христа, нашего Спасителя, это милосердие. Толковый словарь русского языка объясняет, что такое милосердие. Это готовность помочь или простить. Это слово упоминается в Ветхом Завете около 250 раз, и оно имеет очень емкое определение, заключающее в себе понятие любви, прощения, милости, доброты, истины, сострадания и верности. Пророк Иеремия пишет, что милосердие обновляется каждое утро. В нашем понимании слово «обновить» – это значит сменить старое на новое, это заменить более устаревшее на современное. Люди, которые связаны с технологиями, с телефонами, с компьютерами, знают такое понятие, как обновить программу, обновить, поставить новую версию. Слово «обновить». Но Библия говорит, что Бог не изменяется. Он вовеки один и тот же. Как же понимать, что Его милосердие обновляется? Я думал, какой можно привести образ, какой пример? Представьте источник воды, который бьет из недр земли, и из него, из этого источника, получается широкая полноводная река. Эта река несет жизнь всему окружающему, из нее пользуется, но она никогда не перестает течь. Сам Иисус Христос в беседе с самарянкой говорил, что у него источник воды, текущей в жизнь вечную. Бог никогда не истощается. Ему не нужно обновляться, потому что у Него этот источник. У Него никогда не закончится милосердие. Иеремия показывает, что мы живем во времени, и мы считаем дни. И если вчера мы были во грехе, и сегодня Бог дает нам жизнь, то Он обновил ее для нас утром и дает возможность покаяться. Бог обновляет милосердие для нас. Не Он обновляется сам в себе, а Он обновляет свое милосердие для нас, давая нам возможность еще сегодня примириться с Богом, изменить свою жизнь, проверить себя. Милость обновилась сегодня для нас с вами. Очень сильный пример Божьего милосердия мы рассмотрим в истории с Давидом. Это вторая книга царств, 24 глава. Чтобы не читать всю главу, я немного перескажу эту историю, и мы обратим внимание на основные мысли. Царь Давид достиг сильного развития государства Израиля. Он победил врагов, он расширил территории, он разбогател, он обложил народ налогами. Государство процветает, могущество. И вот в один момент, глядя на свое положение, глядя на то, какой он могущественный и сильный, Давид решает сделать перепись населения. Он захотел посчитать, какая у него армия, сколько солдат. Он зовет своего военачальника Иоава и говорит: «Пойди во все пределы нашего государства, с юга на север, с востока на запад, и пересчитай всех людей, всех способных к войне». Иоав понимал, что это не очень мудрое решение. Он понимал, что Бог не одобрит. Все войны, которые вели израильский народ, все победы были от Господа. Они понимали, что в каких они только ситуациях не были трудных, Господь даровал победу. Иоав пытается Давиду это сказать. Зачем это нужно? Но военачальник подчиняется командованию. Давид царь, Давид командир, он настаивает, Иоав подчиняется, и они делают перепись. Эта перепись длилась 9 месяцев и 20 дней.
Они пересчитали всех солдат, возвращаются, доносят Давиду информацию и говорят количество людей, способных к войне. Братья и сестры, на тот момент, представьте, это было более 1 000 000 человек армия. Написано, сердце Давида вздрогнуло, когда он узнал, какое количество солдат у него есть. И вздрогнуло, потому что он увидел грех, который он сделал. Он пересчитал армию и подумал, что можно возложить силы свои на солдат, могущество. Представьте, это в то время, какое количество было солдат. Если на сегодня государство Израиль 7 миллионов людей, в то время только солдат больше 1 000 000. Давид понимает свой грех, и на следующий день Бог посылает к нему пророка. Приходит пророк и говорит, ты согрешил. За то, что ты пересчитал, сделал перепись, Бог наказывает тебя. И он предлагает тебе 3 наказания. Выбирай одно из 3. Первое наказание, он говорит, 7 лет голода для твоего народа. Второе наказание, ты 3 месяца будешь бегать от врага. 3 месяца враг будет преследовать, нападут на тебя. Или же 3 дня ты будешь поражаем, народ будет поражаем язвою от Господа. Братья и сестры, Давид избирает 3. В самой переписи не было греха. И Моисей пересчитывал народ, Бог ему говорил. И мы можем подумать, почему же Бог наказывает его? Ну что же такого он сделал? Он просто пересчитал. Разве царь не вправе сделать то, что он считает нужным в своем государстве? Бог видел сердце Давида. Бог видел, что он возгордился. Раньше Бог давал победы Израилю. Давид постоянно взывал к Богу. Если вы вспомните истории, когда он шел на войну, он всегда взывал. Он звал или пророка. И взывал и спрашивал, Господи, будет ли успех в деле? Идти ли мне на сражение? Вы помните историю, как он сражался с Голиафом? У него всегда была надежда на Бога. Но здесь сердце возгордилось. И Бог видел сердце. Бог видел, что мотивы этой переписи были неугодны Богу. Это история, которая записана в 24 главе 2 книги Царств, также записана в 21 главе книги 1 Паралипоменон. И обе книги дополняют историю разными деталями, разными данными. Если вы будете сравнивать эти 2 главы, вам покажется, что там есть противоречия. Какие-то данные одни приведены в одной главе, а другие в другой. Но противоречий здесь нет, они просто показывают историю с некоторым различием, указывая на конкретные данные, на некоторые факты, которые упущены в одной книге, но дополнены в другой. Эта книга начинается с того, что Бог хотел наказать Израиля. Бог хотел наказать Израиль, но не написано, за что конкретно. Есть предположение, что Израиль отклонил помазанника Божьего Давида и перешел на сторону Авессалома. Вы помните эту историю, когда Авессалом, сын, восстал против отца, за ним пошло 10 колен Израилевых. Только Иуда и Вениамин остались с Давидом. Есть предположение, что Бог хотел наказать их за это. И за это Бог допускает дьяволу. В этой истории описана духовная битва, так же, как мы знаем историю с Евом. Когда вы посмотрите на 1 стихи книги Паралипоменон, 21 главы, написано, что сатана искушает Давида. В книге Царств написано, что Бог хочет наказать, в книге Паралипоменон написано, что сатана искушает Давида. Духовное противостояние. Бог допускает дьяволу искушать Давида. Давид согрешает, и Бог наказывает народ. Он посылает своего ангела-губителя истреблять, наказывать людей смертью.
Но теперь я хочу, чтобы мы вернулись к милосердию. Когда Бог через пророка предложил три наказания Давиду, послушайте, что Давид сказал. Это с 10 по 14 стих мы прочитаем, 24 глава. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида. «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему, «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Смотрите, что Давид говорит о Боге. «Велико милосердие Его». Давид понимал, что Бог настолько милосерд, что может изменить меру наказания, что у Бога прощение. У Давида были близкие отношения с Богом. Давид был назван мужем по сердцу Божьему. Мы знаем, на протяжении всей жизни этот герой библейский являет такие близкие отношения с Богом нам, на которые хочется подражать. И Давид понимал, что у Бога прощение, у Бога милосердие. И он говорит эти слова: «Велико милосердие Его». Интересно, что перепись длилась 9 месяцев, 20 дней, и потом пришел пророк Гад. Это почти столько же, когда Давид согрешил с Версавией, и пришел пророк Нафан обличать Давида. Перед этим у него уже было грехопадение. Вы помните эту историю? И почти столько же времени прошло, и пришел тогда пророк обличать. В этот раз Давид поступил по-другому. В этом случае Давид понял свой грех раньше, чем пришел пророк. Поэтому, когда Бог наказывал народ, и ангел-губитель дошел до Иерусалима, тогда Давид просил Бога о милости. Как только Давид услышал цифры, названные ему Иоавом, он понял свой грех, просил у Бога прощения. Но Бог приводит в исполнение свой приговор, и он начинает наказывать народ. И смотрите, что Давид говорит в 17 стихе, обращаясь к Богу. «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот, я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Давид смиряется перед Богом, просит прощения, заступается за народ. Говорит, в чем же народ согрешил? Полностью моя вина. Но заметьте, Давид-то не пострадал. До Иерусалима ангел дошел и остановился. Бог привел в исполнение то, что он хотел наказать народ. Бог показал свое великое милосердие над Давидом. В этой истории есть еще несколько важных мыслей. Бог сказал Давиду поставить жертвенник на гумне Орны Евусиянина. Орна был язычником, которого не убили во время захвата Иерусалима и которому принадлежала территория на вершине горы Мориа. Это находится в Иерусалиме. Он хотел отдать Давиду бесплатно все, что у него есть для жертвенника. Бог сказал Давиду, пойди и на том месте у Орны поставь жертвенник, вознеси Богу всесожжение, чтобы закончилось истребление. Давид пришел к этому Орне, и он родно говорит, «Я тебе отдаю все, что нужно для жертвоприношения, для жертвенника, волов, всю утварь, все, что нужно, пожалуйста, бери и вознеси Господу всесожжение». Он хотел дать ему бесплатно. Но Давид сказал, это в 24 стихе записано,
Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. Один из уроков, который приводится здесь в Писании для нас, это то, что жертва никогда не дается даром. Жертва – это когда нужно платить и отдавать. А когда мы получили даром или отдаем то, что нам не нужно, это не жертва. Орна понимал, что к нему пришел царь. Царь может отобрать все, что он захочет. Он, конечно же, говорит: «Бери бесплатно». И Давид имел эту власть, но он не хотел. Он хотел Господу сделать жертву. Он заплатил ему за жертву все, что нужно для жертвенника. А во второй книге, в первой книге Паралипоменон, в 21 главе, написано, что он и купил все место. Давид купил всю территорию на горе Мориа. Братья и сестры, на этой горе Авраам приносил в жертву Исаака, и там Соломон построил храм. Сегодня в Иерусалиме там стоит купол скалы. Кто смотрит картинки, фотографии с изображением Иерусалима, видят золотой купол, да? Это на этом месте стоял храм. В этой истории Бог все так чудно повернул. Его милосердие проявилось к Давиду. В этой истории произошло то, что Давид купил всю эту гору, местность, на которой потом построили храм, и там возносились жертвы и поклонения Господу. Мне очень нравится, что в Библии описаны истории открыто. Описаны не только хорошие истории, но описаны и истории с падениями людей. Ведь нам с вами свойственно скрывать наши проступки. Мы хотим показаться всегда хорошими, с хорошей стороны. Мы мало говорим о наших ошибках, мы мало говорим о том, что мы сегодня проходим, где наши падения, где мы подпали искушению и где мы согрешили, хотя мы понимаем, что мы много согрешаем. И когда попадаем мы в какие-то ситуации сложные, то ли согрешения, то ли переживания, как хочется услышать поддержку от тех людей, которые это проходили. Может быть, сегодня вы здесь находитесь, сидите в зале, смотрите на проповедника, на служителей, на участвующих и думаете: хорошо им, они, наверное, святее, наверное, они не проходят то, что мы проходим. А на самом деле, братья и сестры, искушению подвержены все мы, согрешаем все мы. Падения происходят у каждого человека в разном этапе, в разном уровне, на уровне мыслей у кого-то, на уровне слов, на уровне поступков. Но Господь дает свое милосердие, обновляет для того, чтобы мы покаялись. Сегодня, наверное, находятся те, которые в церковь ходят, это наши дети, подрастают, уже время подходит к зрелости, слушают Слово Божье. Для вас сегодня Господь говорит: сегодня вы пришли на собрание, слышите Слово Божье. Может быть, кто-то сегодня включил видеотрансляцию и слышит Слово Божье, и Бог говорит: милосердие я вам на сегодня продлил. Ваша жизнь еще не закончилась, сегодня еще можно покаяться. Сегодня можно примириться с Богом, воспользовавшись Его этим великим милосердием, что Он не истребляет людей сразу за их грехи. Сколько мерзости, столько беззакония творится сегодня в мире. Кажется: Господи, ну почему не остановишь? Бог милосерд, Он продлевает свою милость, чтобы люди покаялись. Братья и сестры, те, кто следует за Господом, те, которые ожидают встречи с Ним, ведь у нас тоже есть за что просить прощения. Ведь мы тоже, бывает, запачкаемся, бывает, совесть мучает. Господь и нам продлевает сегодня милосердие, говорит: очистись, примирись, попроси прощения, не неси в себе обиду, не неси какую-то горечь, зависть, гордость, что есть в сердце, проверь. Сегодня Господь дал нам это милосердие, обновил его с утра, чтобы мы слышали Слово Божье, чтобы мы очистились, чтобы мы имели радость спасения, потому что милосердие Господа, оно велико. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы помнили, что Бог наш милосерд, что всегда к Нему можно прийти за прощением, и Он готов простить и помиловать, и изменить. Он может из плохой ситуации сделать хорошую. Из жизни разломанной, разбитой, из судьбы испорченной Он может сделать великолепную, счастливую,
исправленную жизнь. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Аминь. Помолимся.